Hail to the king, baby. Йоу, всем привет! Это вторая часть Old Challenger. Знаете, что мы будем сегодня делать? Сегодня мы будем играть без турбостроительства. Так, как это делали наши деды. Вручную прокликивали каждый кирпичик, каждую железяку, каждую деревяху. Но перед этим нам, конечно, надо одеться как олд. В этом нам поможет мой шкафчик. Шкафчик самого настоящего олда. Так что давайте зачекаем, что у нас тут есть из старенького. Прям вот, прям чтобы прям старенькое-старенькое. О, повеяло прям ржавчиной. Чуете? Чуете? Да, отлично, неплохо. Так, нам нужен обязательно щит на спину. Где он? Вот, отлично, синий щит. Так. Что олдового есть у нас здесь? Я на самом деле не помню, какие были кирки, но кажется, там было что-то типа. Да я вообще, блядь, не ебу. Я не помню, что там было. Так что давайте мы к рыцарю возьмем просто вот эту вот штуковину. Так. И какие у нас были глайдеры? Опять же, я не помню просто глайдеры, если честно. Я просто их не помню. Ни один. Как я сразу-то не заметил. Все, все. Сет Олда Челленджера на месте. Так, осталось включить настроечку. Так, где у нас тут? Турбостроительство. Эх, я думаю, без него мы играть не сможем. Приступаем. Ну что, гайз, полетели. Полетим мы сегодня на невероятно олдовую локу. Между прочим, у нее нет названия, но она ни разу не была изменена. Ну, по крайней мере, она не претерпела никаких изменений с самого начала. Да, здесь иногда бывает мишура, иногда бывают гирлянды, но это везде так. А здесь у нас не было ничего. И, между прочим, это одна из самых любимых локаций ТСМ Мифа. Он в свое время играл именно отсюда. Я порой не понимал, как это возможно, потому что лута здесь не особо много. Ну, по крайней мере, это было тогда. Сейчас же, ну, сейчас все очень даже хорошо. Так, давайте-ка залутаемся, по чуть-чуть подфармим и пойдем. Так, ну-ка, хорош, не души. Так, где он? Ну, вот, здравствуйте, туман, да? И как я должен его увидеть? Я в очках сижу. У меня идеальное зрение, но я его не вижу. Снизу, окей. Заспотал. Давай драться, выходи. Нет, он вниз пошел. Давайте искать. Раз, два. Да хорош. Ну как отсюда стрелять вообще? Я уже просто наобум жарил. Что это такое? Как это играть? Как играть эту игру? Научите. Полтора года играю, не могу научиться. Все, ладно, нормально. Хотя бы арморчик есть, и то вперед. Сейчас мы остальные, конечно, зомбей нафармим. И будет... Все, просто чики-пуки. А что еще надо, правильно? Так что, деревяшечки на минус. Раз, два, левый, правый. Раз, два. Левый, правый. Бинтик поднял. Пошел, побежал. Надеюсь, мне не составит труда строиться без трубостроительства. Все-таки я и с ним не очень хорошо стреляю. Не слышим врага. Давайте, выдвигаемся. Вот как я должен их здесь заметить? В таком тумане. Отлично, так. Раз, два. Нет, не идет. Ну, как бы, врываемся. Просто врываемся на характере. Пока тут пацаны разбираются. Ну, хорош, ты че? Как это у меня жизнь не готовил? Да, как это строить? Это просто невероятно сложно. Вы не представляете. Вы даже не представляете, насколько это сложно на самом деле. Чтобы вы понимали, как это строится обычно, ты просто зажимаешь LKN и меняешь клавиши. И все, а сейчас приходится на каждую абсолютно стенку, на каждую лесенку делать подтверждение. Это просто сложно. Это сложно механически, потому что ты привык настолько не нажимать дополнительный ЛКМ, что тебе просто это... Ну, тяжело делать, че уж тут как бы... Да. Какая-то слишком популярная локация, я вот не думал как бы. Хотел по-тихому записать челлендж, такой типа, оп, все будет окей. Да. Как бы. Вот так вот надо встречать гостей. Да хорош, пацаны. Я тут челлендж записываю. Я ютубер. Кикистан Кинг. Ну, теперь меня, конечно, не Кикистан Кинг, я теперь Кегри Кинг. Ладно,
Давайте. Если что, как бы просто новую начну, как бы вы даже не узнаете. Вы же не знаете, какая-то карта. Чего еще? Ну, не контрится дробовик. Давайте догоним еще оставшегося. Где он? Едешь? Сейчас. Да хорош, ну. Батя просто прикрыл своего сынулю. Ну, что это за дела? Как бы тупо тиминг. Репорт за тиминг, пацаны. Репорт в этот, в комменты обязательно. Где он? Где он тусит? Я не вижу. А вот он, отлично. Сейчас построимся, лесенка пошла. Так. Вы просто не представляете, это действительно просто механически сложно. Хотя, казалось бы, я делаю элементарные вещи, но я ставлю первую постройку, а потом залипаю. Просто оп, и все, встал. Сейчас мы подфармим арморчика, наверное. Хорошо. Там, тем более, не нужны патроны на ППШ. Вау. Все, у нас полтосьончик есть. Забьемся. Уедем отсюда, чтобы нас зомби не догнали. 5 киллов, между прочим. Вот тебе как бы и локация. Я не знаю, кто здесь, правда, лутается. Видимо, здесь лутаются только крипы. И это что такое? Вы видите, как я строюсь? Это ужасно. То есть вы обычно на стримах видите, как я плохо строюсь. Но это хуже. Это намного хуже. Эй, туман! Я не знаю, что это. Это туман просто неожиданно спустился на нас. Он даже не видит нас. Он не видит меня. Он не видел меня до последнего просто. Как играть с этим туманом? Вы рофлите? Я просто не представляю. Он просто беспросветный. Он беспросветный. Тупо кайф. Ты бежишь, тебя люди не видят. Вот, может, карманную крепость возьмем? В принципе, карманная крепость мне поможет. Ведь я не могу строиться нормально. Ну, достаточно быстро. Правильно? Правильно. Поэтому, ну, возьмем. Если что, быстро построим крепость. Алдовая зона, подлый пруд зачищена. 6 киллов, парни. Выдвигаемся в зону. И бежать там, кстати, много. Но мы не пропустим киллы. Это, конечно, челлендж на победу, но... Ну, куда без киллов-то, да? Так что погнали. Погнали, убьем парочку. Ну, если получится, конечно. Я очень надеюсь, что у меня получится обоих убить. Давайте зачекаем. Кто это там явно не в духе. Долго не фатится. Вот я так не смогу строиться. Я обычно-то строиться так не могу. Что? Так, он его убил. Окей. Меня заметил? Вроде нет. Вроде нет. Лутается, лутается. Да, детка! Вы, кстати, вы заметили, насколько теперь стало проще попадать с хэви-снайперки? Вы заметили? Вот раньше такого не было, потому что все снайперки имели разную абсолютно баллистику. Теперь же просто кайф стрелять. Просто кайф. Сделаю вид, что я случайно не взял золотой дробовик. Ну, на самом деле, я не случайно его взял. Не взял. Взял. Или не взял. Да, неважно. Зиплайны. Да... В нашем 1945-м зиплайнов не было. Мы просто прокликивали каждую построечку, ходили пешком по зоне. Тут ничего не было, кроме деревьев. И самое забавное, карта ведь раньше и правда была очень зеленой. Кстати говоря, занимательный факт о Селки Спрингс, который вы знаете ныне. О нем я говорил в прошлой катке, в прошлом All Challengerе. Так вот, кто не знает, Селки Спрингс изначально не было. Селти Спрингс изначально был просто городком без названия. Вот, типа, был Селти Спрингс без, собственно, надписи. А потом уже в каком-то патче после они все-таки дали название этой локации. И знаете, что было удобно в Селти Спрингс? Это то, что так как там не было названия, туда новички мало падали. А локация большая, там очень много лута, и ты просто дропался туда в компании пары человек буквально и просто лутался. Был тупо кайф. Сейчас попробуем уронить, в общем, парней. А, нет, уже не получится. Ну, будем надеяться, наверху кто-то есть. Что, получится, не получится? Не, они вниз. Кажется, они уходят вниз. Я смотрю на то, как они строятся, и я просто в шоке, потому что я не смогу банальную лесенку построить. О каких 90 идет речь? Потому что эта игра полностью механическая. Ты просто на кончиках пальцев чувствуешь то, как ты должен строиться, куда ты должен двинуться, где прыгнуть.
А сейчас вот просто из-за того, что я отключил турбостроительство, половина всего этого не работает. Я падаю с этого склона, и я не чувствую, когда нужно нажать ЛКМ. Давайте, вот я сейчас попробую подняться, ровно, спокойно подняться. Что это такое? Как это работает? Это называется не турбостроительство. Здорово. Как жить? Позволь жить! Надеюсь, эти парни, что были слева, меня не нагонят. Потому что, судя по тому, как они строятся, жить они мне точно не дадут. Будут душить, как гуся. И пинать. Вот. Вы сами видите. Я даже не могу на пол поставить лестницу. Оно не ставится. Кто-то меня сегодня на Твиче на стриме спрашивал, как тебе играть с туманом. Вот так, парни. Вот так. Это красочная иллюстрация того, как кайфово сейчас играть с туманом. Вы что-нибудь видите? Я тоже нет. Все верно. Теперь ни хера не видно. Просто ничего. Вот. Передо мной люди дерутся. Да-да, вот там видели только что мигнула постройка. Там люди дерутся. Я что-нибудь вижу? В подзорную трубу. Ни хера. Вообще, ну, как я должен среагировать на них? Как? Как, Карл? Ну, видимо, никак. В общем, я туда не пойду. Я играл в Silent Hill. Я знаю, что в тумане прячутся монстры. И вот к этим монстрам, у которых включено турбостроительство, я точно не пойду. Давайте, как дедушки, займем хайграунд. Сейчас мы оттуда кого-нибудь отстрелим. Я до сих пор не понимаю, как это происходит. Туман просто отступает, что? Как это работает? Что происходит? Так, ладно, этого заминусили. Давайте зачекаем, где наш парень. Так, а вот и он, неплохо. Выживший. Кто хорош? Кто хорош? Я хорош. Кто у мамы снайпер? Я у мамы снайпер. Так, сейчас попробую еще того. Что-то мне подсказывает, что, скорее всего, я умру. Но, спойлер, если это видео вышло, значит, я выиграл. Все очень просто. Ну, как бы, это логично. Это, знаете, это как смотреть сериал. Не знаю, детективный. И в начале сериала, прям в начале серии, где-то там минуте на 10, они находят предполагаемого убийцу. Ты такой на таймлайн смотришь. Нихуя. Это точно не убийца. Иначе хули вы будете делать еще 40 минут? Вот так и тут. Если вы видите, что есть еще время, а я говорю, что я сейчас умру, значит, я не умру. Вот и все. Такие дела, как бы. Хитро, да? Хитро. А знаете, почему хитро? Потому что я самый хитрый, как бы, снайпер на районе. Сейчас вот мы этого додушим. Гуська. Да хорош, ну постройся. Это очень сложно. Вы не представляете, насколько это сложно. Я не могу построить сраную коробку. Эй, хорош, иди отсюда! Блять! Да что за хуйня? Ну, отлично, там уже парень к нам пригнал. Лови ноускоп и как бы, ну, очередняра. Просто отлетает. Мои ноускопы, они не контрятся. Вы сами понимаете, как бы. Я ж не просто так дабл-оружист. Гоняю прям с двумя оружиями на стриме. Опять же, стримы-то на Твиче, кстати говоря, проходят. Каждый день, днем. И скоро, кстати, они все туда перелезут. Ну, как говорил мой дед, как бы, умный в гору не пойдет. Умный просто, блядь, съебет. Напишите в комментариях, стоит мне материться или не стоит. Потому что мне как-то похуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы только посмотрите, кого мы встретили. Тот самый снайпер. Тот самый чувак, с которым мы перестреливались. Я надеюсь, он нас не шотнет. Да хорош, ты тоже умеешь строиться. Я тоже умею строиться. Чуть-чуть умею, но с турбостроительством. Братан, пожалуйста, не души. Не души, я все, я ушел. Тут и буду жить. Фух. Застроились. Так, давайте. В общем, сейчас мы сделаем такой 228 айку мук. Ловушечку сюда. Обратно сядем. Все хорошо. Все как деды просто. Как деды учили. Блять. Зона. Я просто настолько туп в своей гениальности, что 228 айку это даже не то, что нужно говорить. Я опять застроился в зоне. Опять, Карл. Как же это мешает? Ты держишь в голове, что тебе нужно кликать лишний раз и пытаешься кликать.
ЛКМ вместо того, чтобы что-то дельное делать. В общем, сейчас мы попробуем. Попробуем. Чекайте, чекайте. Это просто 999 айку. Не успел. Ну, как бы, я пытался, правильно? Дайте мне медаль для толстых бегунов, пожалуйста. За то, что я попытался. Опять. Это чем до сих пор жив? 4 человека. Ну, хорош, парни. Я более чем уверен, что он умеет строиться. Я не смогу его перестроить, чисто физически. У меня это не выйдет. Так что давайте ныкаться. Вот как я вас не учил играть, вот так и будем играть. Я даже возьму скар, чтобы у меня было с чего зажать. Потому что я очень уверен в том, что я не смогу нормально, адекватно пофайтиться. Поэтому давайте-ка мы... Ёпта. Хорош, ну хорош, ну не души. Позволь жить. Все, закрылись. Все, живем тут. Блядь, не моя стенка. Эй! Он просто не отпускает. Это невозможно построить! Это невозможно построить! Как жить? Я соточка въебала в жопу. Вы просто... Вам не понять со стороны, как это получается. Как, что вообще происходит. Я пытаюсь одновременно ставить пол и потолок. Точнее, ну не пол. Потолок и, соответственно, крышечку. И она не ставится. Оно не ставится нормально. И не получается. Блять, зомби. Да хорош, не пизди. Я не знаю. Он не отпускает. Походу, это ГГ. В скобочках не ГГ. Потому что если этот ролик выйдет, вы помните, да? Буду в каждом ролике так говорить. Ох, кайф. Так, меня зомби душат. Блять, у меня ресов нет. У меня нет ресов. 130 железа. Как жить? Так, братан. Куда улетела пуля? Вы чё? Слушай, давай на ловушечку. Ну, конечно же, она его не заденет. Это всегда так. Я чела не смог закрыть, потому что у меня нет трубостроительства. Кайф. Фу-ху, легчайший. Я просто его переиграл. Это последний. Блять, зомби. Так, у нас, похоже, одинаковая задача. Нам нужно сначала расправиться с зомби. Но я надеюсь, со своей задачей я справлюсь побыстрее, чем он. Чтобы иметь возможность просто его добить. Их слишком много. Прям катастрофически много. Ну хорош, эй. Блять, золотой батя. Дед. Мне сказали на стриме, что это дед. Но я считаю, что это именно наш батя. Обычные синие вот эти чуваки, это чужие бати, которые с завода пришли. А это наш. Наш такой прям русский золотой батя. Давайте ресов чуть подфармим. Я думаю, мы сейчас его просто сможем душить. На изи вообще. Залезем на хайграунд. Посмотрим, где он там тусит. А где-то тут нет. Нет, он уже далеко убежал, так причем. Так, давай. Ну давай. Ну вылезем. Фух, с первого раза. Я с первого раза записал Old Challenger. Без турбостроительства, между прочим. Как вам? Как бы подписываемся, ставим лайки. Вот. Тоси-боси. Ну вы знаете, да? А еще вы знаете что? Вот вы знаете что, да? Нет, вы, наверное, не знаете что, но я вам покажу. Ща, секундочку. Вот прям сейчас покажу. Вот, нажимаем как бы магазин предметов. Вот. Нажимаем поддержать автора. Вот, молодцы. Вводим там вот эту штуку и нажимаем принять. И все, как бы покупаем предметы. Кайф, да? До следующего челленджа, пацаны. I'd be sick like a sneeze. I'd be sick.